Да еще просто иду на Тарун, чтобы угробить кого-то, так как у меня пока что активирован автокликер, я могу так его поэтовать. Дальше я начал переключать. Жалко то, что большая часть не записалась. А я там добыл столько всего. Вот просто тут мансуры есть, которым мансовают, и сразу тебя крысят, дальше просто надо люто уворачиваться, то есть это трудно. Дальше я просто в агрессии иду на таран к нему, чтобы его угробить. Но там его жмут эти мобы, и я его добиваю окончательно в лепёшку. А чё, я действительно развился. Прям в комбо. Дальше меня тут интерес попрыгать по островам иногда возникал. Поэтому редко такое бывало. Я нормальные видео записываю, так что не обижайтесь. Дальше себе на целые несколько месяцев запаса еды нахватал, не заметив этого. Я это заметил только после того, как ближе к концу видео или после открытия инвентаря. Дальше я просто пошел нападать на жирафа желейного, с которого тоже не очень хороший дроп падает. Дальше у меня тут ближайшие игровые кнопки, которые мне позволяют Б эмоции. F5 внешний вид. BCD, А вы знаете. Пробел вы знаете. Е знаете. Цифры выбора предмета знаете. Короче, все настроено как в классическом Майнкрафте. Дальше у меня какого-то